Значит, наша с вами задача сегодня применить то, что мы изучили, а именно понятие политики, уже к таким вопросам, которые относятся к проблеме социально-трудовых конфликтов. Тема сегодняшней лекции – борьба вокруг Трудового кодекса. Значит, в советское время, еще до контрреволюции в России, до перехода к буржуазному строю снова, у нас существовал КЗОТ, Кодекс законов о труде. Однозначно сказать, хороший он или плохой, нельзя, потому что КЗОТ, он фактически фиксирует сложившиеся производственные отношения. Те трудовые отношения, которые устоялись. В нем были и отрицательные моменты, поскольку он закреплял то, что от чего бы надо уже было отказаться. В том числе долго не сокращалось рабочее время. Плохо улучшались условия труда. Вот. С другой стороны, он те же условия труда оценивал по объективным параметрам, там, загазованность, запыленность, оснащенность, освещенность, которая мерилась приборами, не субъективным образом, что я пришел и вижу, у вас отличные условия, надо вам все надбавки снять, убрать и так далее. А это оценивалось по определенной объективной шкале. Скажем, нельзя было просто взять и уволить работника. Для этого надо было согласовать с профсоюзом. Если профсоюз согласия не давал, уволить было нельзя. Соответственно, не было безработицы. Значит, КЗОТ обеспечивал полную занятость. Вообще, это такой технико-экономической стороны. Полную занятость обеспечить нет вопросов. Как вы понимаете, для этого надо примерно знать, сколько у вас потенциальных кандидатов на занятие рабочих мест, правильно? И, соответственно, надо рабочих мест иметь больше, чем кандидат. Вот и все. Что тут такое? В чем тут проблема? Ну, создайте еще, постройте еще 2-3 завода, еще несколько учреждений, и у вас эта проблема будет решена. И наоборот. Если у нас еще нет безработицы, но закройте 2-3 учреждения, разрушите 2-3 завода, и у вас будет безработица. А без безработицы капитализм существовать не может, потому что если не будет безработицы, как же обеспечишь тогда удержание заработной платы на низком уровне? Это обеспечить невозможно. Кто думает, что это обеспечивается спорами там, профсоюза, с администрацией, это такой наивный взгляд. Это на вот общем политическом уровне, экономическом обеспечивается. И решение этой проблемы. Нет ни одной капиталистической страны, где бы не было безработицы. Точно так же, как нет ни одной страны, построившей социализм, и не было, в которой была бы безработица. Потому что это быстро сразу и решается. Если это главная ценность – люди, значит, рабочих мест должно быть больше, чем людей. Вот и все. И вот этот кодекс законов о труде с переходом власти в руки буржуазного класса стал преобразовываться. И стал он преобразовываться по частям. Как он и сейчас преобразовывается, скажем, латают его. Значит, вместо такого-то положения, которое было, ставится другое положение. И постепенно кодекс преобразовался до такой степени, что вполне стал приемлем для осуществления буржуазного производства в России. Точно так же, как все, наверное, понимают, что Верховный Совет, который был и с которым вел борьбу Ельцин в 1993 году, давно уже принял все приватизационные законы и обеспечивал развитие капитализма в России. Что ничего там социалистического в деятельности этого Верховного Совета уже не было. И председатель его, Хасбулатов, никаким, так сказать, ни социалистом, ни коммунистом не был. И Рудской, который позже был у нас губернатором в Курске, да? Курск. Курской области.
Ничего там не было такого, чтобы противоречило вообще экономическому устройству буржуазной России. Тем не менее, значит, вот были два пути в развитии экономики. Один из них можно назвать белорусским, условно, а другой – гайдаровско-ельцинским, тоже условно, которые отличались одним, что в Беларуси сохранили крупную государственную собственность, и там, конечно, капитализм, но там современная форма капитализма – государственно-монополистический капитализм. И если там делали автомашины БелАЗы, то и сейчас их делают. Если там делали идущий на экспорт трактор, трактора Беларуси, то и сейчас их делают. То есть экономика и крупные предприятия, и крупное производство не разрушено. В России же такие деятели, как Гайдар, Чубайс, они прямо ставят, неважно, сколько там останется предприятий и сколько останется людей в России, важно, чтобы тут была насаждена частная собственность, индивидуальная. Потому что вот частная собственность класса капиталистов, как в Беларуси, она тоже частная, правда? Это же не общественная собственность. Для того, чтобы была собственность общественная, надо, чтобы государство было государством рабочего класса. Тогда форма, государственная форма общественной собственности, по сути, тогда является общественной. А по форме она тоже, кстати, не общественная. Государственная же собственность, не общественная же. Поэтому и говорят, две формы общественной собственности. Собственность одна, она по-разному себя проявляла. В городе и в деревне. Там через колхозы, совхозы. А здесь вот через государственные предприятия. Ну, а если мы берем там современную Белоруссию, то, конечно, в ней собственность частная, частная собственность класса капиталистов, а мелкое предпринимательство гораздо меньше развито, и поэтому, так сказать, быстрее развивается научно-технический прогресс. И если раньше, скажем, мы, наверное, отправляли в Белоруссию станки, то сейчас, вот во время санкций, станки к нам попадают. А у нас станкостроение, наверное, раз в 100 сократилось по сравнению с советскими временами. Станки к нам попадают из Китая, с Тайваня, из Беларуси, и все. И все. Ну и у нас свое производство есть, оно не окончательно разрушено, но оно, к сожалению, в очень малых масштабах. Точно так же, как вообще машиностроение очень сильно ослабло в России. И если я вас спрошу в лоб, вы что-нибудь знаете хоть один завод, который построен уже за вот эти 25 лет? Я один знаю. Вот мой коллега, доктор экономических наук Долгов Виктор Иванович, который был первым проректором университета, он построил у нас в Ленинградской области завод бутылочного стекла и ввел его в действие. А так вообще с заводами у нас совсем плохо. То есть Владимир Владимирович рассказывает про 25 миллионов новых высококвалифицированных рабочих мест, а как они могут быть новые и высококвалифицированные без заводов? Их же надо на заводах где-то делать. Значит, надо, по крайней мере, тогда модернизировать те заводы, которые есть. Как же они будут высококвалифицированными, если там старые станки, старое оборудование? Какие же они высококвалифицированные? Или наоборот, имеется в виду, что настолько должны быть квалифицированные рабочие, что даже на самом старом, при старом станке сделать ракету. И, между прочим, у нас там вот в Воткинске эти самые ракеты делают с применением надфилей. Доделывает то, что нельзя в точности сделать на этом оборудовании, которое уже изношено. Ну, короче говоря, вот в России к началу 2000-х годов сложилась такая ситуация, когда вроде бы есть вполне буржуазный трудовой кодекс, ГЗОТ. Вполне буржуазный. И, в общем-то, не было никакой необходимости его менять. В то же время настойчиво, параллельно с тем, что, значит, делались попытки изменить форму капитализма и, так сказать, разбить крупные предприятия на кусочки, сделать их удобным для проглатывания заграничными монополиями, что, собственно, и произошло, что затем мы проглатывали. Как, например, на сегодняшний день началось с того, что мы, значит, начали развивать автомобилестроение, а кончилось тем, что у нас ни одной теперь легковой автомобиль, ни один легковой автомобиль, ни одной легковой машины не выйдет, если они не выпущены на иностранном предприятии. И даже тот завод, который рассматривался как, так сказать, исконно отечественный, хотя он итальянские машины делал, ВАЗовский, и который Владимир Владимирович ездил и рекламировал на желтенькой Калине,
Этот завод сейчас кому принадлежит? Франко-японский. Ниссан. Рено-Ниссан. Рено французская, Ниссан японская. Вот и все. И у нас долгое время еще считался как бы свой автомобиль в УАЗе хороший. Патриот. Но патриот уже не случайно пишется иностранными буквами. Чей это патриот, непонятно. Кто принадлежит, кто? Значит, это группа Solers. Какой там процент отечественного капитала, неизвестно. Короче говоря, вот сложилась такая картина, когда вроде бы и не надо ничего менять. Но, с другой стороны, большие пошли перемены в экономике, связанные с дроблением вообще крупного государственного хозяйства на мелкие части. Скажем, Кировский завод на кусочки разделили. Вы знаете, что это холдинг. Что значит холдинг? Ну, как бы вот он держит акции разных предприятий в одних руках, но они сами самостоятельно. И, например, самое цветущее, можно сказать, предприятие, завод «Петросталь», а это был цех, который производил металл, прекрасный причем, очень высокого качества, и который экспортировал в Америку, значит, его руководство до того довело, что куда-то украли эти деньги, унесли, и теперь, значит, его пытаются как-то спасти от банкротства, хотя это, в общем, предприятие, которое должно было давать колоссальную прибыль нам, особенно в это время. Возьмите вы ту же самую Светлану, у которой темпы роста были 12% прироста производительности труда в год. И было 40 тысяч человек на этой Светлане, а сейчас 3,5. И много-много разных всяких подразделений. Там Светлана машиностроение, Светлана светодиоды и еще всякие разные Светланы, маленькие Светланы. Но они как бы все-таки под общей крышей, на общей территории существуют, хотя уже некоторые, значит, предприятия отремонтированы, потом приготовлены к тому, чтобы стать бизнес-центрами замороженные, вот, которые выходят, скажем, на Светлановский проспект и некоторые другие. Ну и вот, так сказать, из крупного предприятия мы получили довольно маленькие предприятия. По сравнению с нашими предприятиями нынешними, то, что мы имеем в Луганске и в Донецке, это вообще гиганты. Гиганты. Хотя у нас, ну, Кировский завод был 35 тысяч, сейчас 7,5. Светлана, я уже говорил, 40, а сейчас 3,5. Ну и так далее. Или вот если бы раньше вы пришли посмотреть на наши заводы, вот там, где сейчас построен Алма-Сантей, там огромные толпы народа утром и вечером шли. А сейчас, так сказать, небольшой поток идет, вот, то тоже уменьшились в несколько раз. И вдруг возникла идея у кого-то в недрах государства, у кого-то, потому что об этом, у кого она возникла, никто так и не узнал, и я в том числе не узнал, потому что вдруг в типично, так сказать, социалистической манере вдруг в российской газете публикуется проект Трудового кодекса России. Это было примерно в 1996 году. Публикуется проект Трудового кодекса России. Ну, я думаю, что после того, что мы с вами рассматривали и говорили о том, что политика связана с государством, да, это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, понятное дело, что издание законов – это такой инструмент как раз осуществления и удержания государственной власти. Правильно? И вот появляется проект закона, который резко ухудшает положение работников. Во-первых, можно платить по этому проекту, можно платить натурой. Это даже вообще платой трудно, так сказать, назвать. Помните, было вот такое время, когда выдавали продукцию там, на телевизионном заводе телевизорами, на заводе делают гробы гробами, бутылками и так далее. Или вот вы даже видели, сравнительно недавно приезжает из текстильного края и пытается продать по дешевке постельное белье, это им выдали зарплату, и они теперь уже в свое свободное время, которое превратилось в дополнительное рабочее, продают это белье в качестве представителей торговых своего предприятия, уже теперь не предприятия, а вроде самих себя, с тем, чтобы как-то и превратить это в деньги на самом деле. То, что не является деньгами, является товаром.
это можно было. Теперь, значит, всякого рода льготы, которые раньше существовали, такие льготы, как, скажем, женщина с малыми детьми, ее было нельзя, было просто так отправить в командировку, а теперь можно, пожалуйста, пусть едет. А как же, так сказать, дети безнадзорные? Ну, сейчас свобода, так сказать. Ну, дети – это дети, а вы не хотите – не работайте. И так далее. И все это было, так сказать, хорошо заготовлено, и тиражом 600 тысяч экземпляров выпущено. Причем, видимо, и в руководстве ни Ельцин, никто при Ельцине, ни его, ни заместители, ни идеологи, никто не, ни премьеры, никто не захотел взять на себя ответственность за это дело. Кто это вообще придумал, этот кодекс? Вот выпустили, напечатали, просто безымянно, без подписи и без указания на авторство. Вот есть такой проект. Ну, как раньше было. Если вот проект, давайте обсуждайте, давайте ваши замечания, предложения. Вот в этот период ко мне обратились товарищи докеры из нашего морского порта. Профсоюзы были очень обеспокоены, что в одночасье вдруг все обрушивается. Все их, скажем, положение о том, что надо согласовывать с профсоюзом увольнение, выкидывается. И вот в одночасье, дескать, что давайте, Михаил Васильевич, давайте мы будем делать замечания к этому проекту. Но это уже область политики пошла, правильно? Если вы, значит, получаете законопроект, который представляет собой некое положительное действие, правильно? Вот люди внесли законопроект, подумали. А есть вот такие плохие люди, которые начинают писать замечания, мы с тем не согласны, с этим не согласны, с этим, то вы становитесь кем? Неким тормозом, который светлую идею тормозят. А своего, между прочим, ничего не предлагают. Это потому, что люди, у них нет никакого конструктива, у них нет позитива, и поэтому это дело дохлое в политике. То есть, если человек никакую линию в политике не ведет, он будет разбит. Поэтому я вот товарищам, которые ко мне обратились как к президенту фонда рабочей академии, я им сказал, что если вы хотите, если не выиграть, то, по крайней мере, противостоять вот этому общему обрушению всех прав трудовых, то необходимо не заниматься вот этой ерундой, как вы будете сейчас писать, и будете вы гарниром. И даже очень хорошо, что вы будете выступать. Дескать, и вас учли, и ваше выступление учли, и ваше выступление учли. Не важно, что вы пишете. Важно, что вот мы это написали, что он тоже принимал участие в обсуждении. Все принимали участие, поэтому это прошло всенародное обсуждение, можно принимать. А уже и Дума, в которой большинство гарантировано, поэтому этот, за этим-то вопрос не стоял. Вопрос только состоял в том, чтобы провести квалифицированное обсуждение. А что значит квалифицированное? Чем больше вы будете там писать, что бы вы ни писали, тем лучше. Ну вот после такого обсуждения мы решили, что надо написать проект альтернативный этому. И вот за эту работу, значит, попросили меня взяться и товарища Федотова, начальника консалтинга правового отдела правкома докеров Санкт-Петербурга. К этому времени вот докерская организация, она уже, значит, целый ряд таких выступлений сделала хороших, улучшила положение докеров, благосостояние докеров повысила значительно. Прекрасные коллективные договоры, лучшие в России, можно сказать, коллективные договора были. А что такое договор коллективный? Это, так сказать, как бы закон только на уровне предприятия, локальный нормативный акт. То есть за пределами предприятия он не действует, но на предприятии хуже не может быть, чем закон, а лучше, пожалуйста. То есть и пределов этому улучшению нет. Как договоритесь с начальством? Ну, как договоришься? Только коллективными действиями, в том числе и забастовкой. Они и бастовали, и не раз. Причем иногда были у них классические забастовки, одна минута. Вот составили коллективный договор. Вели переговоры, не идет на согласие администрации. Тогда они назначают, что 1 сентября бессрочная забастовка начинается в 6 часов утра. Представитель работодателя говорит, пойдем посмотреть, будет ли забастовка. В 6 часов утра представитель работодателя тоже на рабочих местах смотрит, что будет. В 6 часов весь порт замер. В 6 часов 1 минута. Забастовочный комитет принял решение приостановить забастовку и продолжить переговоры. Через полчаса коллективный договор был подписан. Ну, то есть показали, что, ну, вот мы вам показали, что все остановилось, так и будет стоять. Хотите, мы продолжим. А после того, как забастовка уже, так сказать, организована и юридически оформлена, то согласно статье 15 закона,
разрешение коллективных трудовых споров, и он, так сказать, этот закон фактически вошел в новый трудовой кодекс, можно было приостановить забастовку и дальше уже продолжить ее, уведомив за 3 дня. Вот за 3 дня уведомить, что теперь будет в новой форме, теперь мы будем с обеда приходить через час. Или до обеда мы будем отдыхать час. Или к началу мы не будем приходить к 8, а будем к 9. А можем сделать так, что в шахматном порядке вы будете первый час работать, вы второй, вы третий, вы четвертый, и все пойдет кувырком. Короче говоря, если уже вот это сделано, и если глупость не сделана при оформлении забастовки такого рода, что мы забастовку объявляем на 3 дня. Ну что, на 3 дня кончились, вы ничего не добились. И что дальше? Поэтому обычно профсоюзные, так сказать, организации, знающие и опытные, объявляют бессрочную забастовку. Потому что она, так сказать, есть не просит. Вы можете ее приостановить и находиться в этом приостановленном состоянии сколько угодно. Во время забастовки нашим трудовым законодательством запрещено проводить локаут, то есть массовое сокращение работы. Нельзя. В Германии можно, а в России нельзя. Иногда ругают, вот в России плохой закон. Есть плохие, есть хорошие. Нельзя локаут делать. А в коллективном договоре у докеров написано, что такое массовое сокращение. Это, говорит, больше 2. 2 и больше. Но если у вас 1 сократят, это же не локаут, это же не массовое сокращение. А вот если у вас 2, вот смотрите, у нас выпадет целый центр сразу. Это же страшное дело. Какие люди, вы подумайте. Короче говоря, вот после этого совета и после этого обсуждения мы взяли за разработку проекта. И вот вместе с товарищем Федотовым составили проект трудового кодекса Фонда рабочей академии. Теперь получилось так, за тот проект, поскольку шум поднялся в профсоюзах, никто, а выборы тогда шли постоянно, то выборы, так сказать, думские выборы, президентские выборы, никто не хотел из крупных политических деятелей повесить себя на шею этот плохой трудовой кодекс, то есть, который ухудшает положение всех работников, значит, я выступлю, значит, как бы автором этого дела, пойду в премьер, и меня уже туда не возьмут. Потому что надо кем-то жертвовать, мною пожертвуют. Скажут, вот он против народа, а этот за народ, его сделаем премьером. Или вас тоже за народ, а этот против народа, его долой. Или это будет ясно, что этот человек, так сказать, внес, и он уже не котируется на пост президента. Поэтому так получилась такая вакуумная ситуация в политике. Проект есть, безымянный, и никто не хочет его вносить. Никто не хочет взять на себя, не в том смысле буквально авторство, а ну, быть вносителем закона, отвечать за него. Никто не хочет. А мы составили проект. Как мы его составили? Мы составили с учетом, так сказать, всех передовых достижений международного права трудового, то есть то, что было передового, и сокращение рабочего времени, и, так сказать, повышение заработной платы, уровня реального содержания заработной платы, и самозащита работников, что вам не платят зарплату. Ну и напишите бумажку, что вам не платят, и сидите дома. И вам принесут бумажку, что завтра вам заплатят, выходите на работу. И тогда вы пойдете, а можете дома не сидеть, идите, подрабатывайте пока. И тут вам зарплата идет, и там заработаете. То есть, ну кто, вы что ли виноваты, уже не по своей воле не работать. Если нет работы, кто виноват, что ее нет? Или зарплаты нет? А зарплаты не было, помните, было время? 1,5 года не было зарплаты. Это не значит, что вообще не было. Она как бы была, но просто вот эта зарплата вот туда отнесена. И вот та зарплата, которая осталась на эти дни, она-то разреженно выдавалась так, что получалось, что и фактическая зарплата в месяц у вас в 3, в 4, в 5, в 10 раз меньше, чем на самом деле должна быть. И мы знаем, что конфликты были не юридические. И не те, которые вот мы сейчас собираемся с вами изучать в плане таких социальных трудовых конфликтов, законом предусмотрено. Нет, просто люди пошли на железную дорогу, взяли железные трубки и сидели там, и, так сказать, остановили все поезда, которые были. На них завели уголовные дела, естественно. Это нарушение, так сказать, закона, там, работы транспорта. Ну, ни одно уголовное дело не пустили в ход, потому что, ну, если бы пустили в ход эти уголовные дела, если бы по головам бы пошли чиновничьим эти самые железные трубки, потому что, ну, люди без еды остались, детей нечем кормить. Ну, кто такой, на 1,5 года вы не получаете зарплаты? Надо объяснять? Не надо объяснять.
Что может сделать голодный человек, который умирает с голода? Все, что угодно может сделать. Не надо доводить до такого состояния. Кто виноват? Ну, кто довел? Вспомните эту ситуацию с Пикалёва. Что было в Пикалёво? Один завод закрыли, который обеспечивает работу и который поставляет продукцию на другой завод. И другой завод закрыли, который должен получать продукцию. А есть товарищ Дерипаска, он же господин, который ничем, ни в чем хорошем в развитии производства не замечен, а вот в уничтожении замечен. Потому что, например, Дерипаске принадлежит газ. И уничтожение Горьковского автомобильного завода, и уничтожение «Волги», которую надо бы модернизировать, развивать, и которая спросом пользовалась, ее выбросили и купили с легкой руки Дерипаски самую худшую машину, какая есть в Америке – «Крайслер». И вот оборудование для «Крайслера» туда привезли, смонтировали, и несмотря на большие сложности, которые народные умельцы смогли разрешить, потому что даже частота электрических колебаний другая в Америке, чем у нас, но вот эту проблему решили, сделали «Волгу Сайбер», ее пытались проталкивать, и, значит, правительство России дает 50 тысяч, и правительство Нижнего Новгорода 50 тысяч, да еще, значит, за утилизацию еще 50 тысяч, вам 150 тысяч, покупайте «Сайбер». Ну, какое-то количество покупали, но все попытки расширить ее тогда до тех масштабов, которые были у «Волги», тоже ни к чему не привели, потому что все части привозятся из Америки. Бампер не привезли, нет машины. Все. Короче говоря, угробили эту машину. Но вот то же самое, а там огромное число людей, сотни тысяч. А что произошло в Пикалёво? Ну, вот председатель правкома во главе с рабочих пошли и тоже на железную дорогу, и поезда остановили. На трассу пошли. Их за это пожурил, конечно, Владимир Владимирович, но приехал. Говорит, вам хотите вызвать Путина, сходите на железную дорогу. После этого всего мероприятия, когда товарищ Путин пригласил туда Дерипаску, дал ему авторучку, предложил подписать, Дерипаска подписал, что будет работать и то, и другое, конфликт разрешился. Путина стали обвинять, что он в ручном управлении, так сказать, ведет. А как еще? У нас что, механический агрегат, что ли, там, вместо правительства? Что значит в ручном? Головном тогда уж надо говорить, управлении. Но, во всяком случае, Дума после этого подсуетилась и ужесточила закон, который связан с, вот, с нарушением движения, чтобы это не повторилось. Но, во всяком случае, уроки извлекли. Во всяком случае, никто, вот, сказать это можно совершенно определенно, против народа трудового, буржуазной России, в таких масштабах не попытался двинуться, потому что, так сказать, рисковали они своими местами, и, так сказать, своей карьерой и так далее. Поэтому получилась такая мертвая зона в этом отношении. Вот мы приготовили проект, а у нас же, кто у нас в России имеет всевременное право законодательной инициативы? Знаете, вы имеете право законодательной инициативы? Что? Что, вы права знаете свои? Ну, по идее, имею. По идее, это и вы имеете. По идее, вы можете сесть и написать проект. Как я тоже сел и со своим коллегой, с Федотовым, написал проект Трудового кодекса. Но это не законодательная инициатива, это вы бумагу написали. И что дальше будет с этой бумагой делать? Депутатов. Вот. Искать депутатов. Но не ЗАГС собрание. Можно и ЗАГС собрание. Это другая дорога уже сейчас. Этот, я об этом тоже скажу. Ищите депутатов Государственной Думы. И мы нашли. Товарищ Корсаков, рабочий из Москвы, член КПРФ. Григорьев, инженер с атомной станции. Шандыбин из Брянска, депутат Госдумы. Ионов. Я его ни разу не видел, но он тоже участвовал, не знаю этого депутата, а всех остальных трех знаю, видел и с ними знаком. Вот они вчетвером, раз, и после длительных переговоров с Российским комитетом рабочих, когда докер Тимофеев сказал, значит, что если вы сейчас не внесете, то вы такие-сякие, раз такие. Вовсе не представители вы народа. Корсакова это сказал, тот поклялся, что внесет. Но не вносит. И вот тогда мы выпустили газету «За рабочее дело», так сказать, прибегли к некоторому политическому средству. И там была такая карикатура. Значит, гражданин с башмаком бьет таракана, а таракан говорит, а у меня парламентская неприкосновенность. И вот я прихожу, приезжаю с этой газеты и выдаю нашим коллегам Корсакову и Григорьеву.
Они, правда, против меня ничего не имели, но сказали, ну, ваши ребята, что они делают, как они, что они творят. Я говорю, так вы же пообещали внести, в чем проблема-то? Ну, ладно, мы, конечно, внесем, и внесли. И получилась интересная политическая ситуация. Значит, буржуазное руководство объявило, что будет вот у нас новый трудовой кодекс. Разговор об этом, ничего не вносит. Тот куда-то провалился, проект, ну, раз никто... Авторство не берет, никто не хочет его вносить, его как бы и нет. А есть проект, который внесли 4 депутата в Госдуму. Что делать? Значит, выяснилось, что немножко их там обманули, они внесли на совет, а совет дальше не двинул это на общее заседание. И через некоторое время там это дело закисло, и нету проекта опять. Проходит какое-то время... Правительство вносит свой проект. И правительство внесло проект в духе того, что было вначале напечатано безымянно. То есть ухудшение положения по всем параметрам, можно сказать. Мне приходилось тогда, как к одному из авторов вот этого проекта, который был раньше внесен, выступать на... думских слушаниях. Я говорю, ну вот вы его называете проектом 21 века. А у вас зарплата бутылками выдается. Вы что делаете-то? Или у нас сейчас главная проблема детская безназорность, беспризорность. А матери у вас можно заслать их в командировку детям, когда до 12 лет. Это мы зачем делаем? Что мы хотим этим сказать? Что тут такого нового, передового? В той же самой Германии и во Франции 35-часовая рабочая неделя. Тут никакого движения в этом отношении нет. Никакой защиты от того, что от невыплаты зарплаты нет. И так далее. Ну, там довольно было смешно это собрание. Там выходит Жириновский. Я как только он стал выходить, я сразу, так сказать, для окружающих говорю словами Жириновского. Когда я буду президентом, у нас ни одна женщина не будет... на работе. А если будут сидеть дома и будут отлично себя чувствовать, все ха-ха-ха там поэтому. И вышел Жириновский, говорит, когда я буду президентом, и опять то же самое повторять, потому что у него одна и та же пластинка заученная. Это было довольно забавно. Народ посмеялся. Вот. Поэтому я там выступил, так сказать, с большой критикой этого всего и сказал, что это люди вообще не понимают, где они живут, где технический прогресс, где улучшение жизни, где у вас эти... Потом я говорю, ну понятно, что если вы находитесь в Думе, то ясно, с какой аудиторией вы имеете дело. Ну, надо к ней обратиться. Я говорю, ну вот, это же не рабочие и не крестьяне, это люди, которые представляют предпринимателей. Я говорю, ну вот вы хотите успехов экономических, да? Вы хотите ехать на лошади, вы быстро. Ну вы что, собираетесь ее кормить гнилой соломой вместо овса? Она сломает себе шею, возможно, а вам точно сломает. Что она упадет и сломает вам шею. Вам это надо? Зачем вам такой проект? Короче говоря, так сказать, развернулась большая дискуссия. Вступили, мы разослали свой проект во все профсоюзные организации России, во все. И из этих профсоюзных организаций, с самых разных краев, стали приходить положительные отзывы. И приходили до тех пор, пока, видимо, председатель ФНПР товарищ Маков не натянул вожжи и сказал, что не посылать положительные отзывы на этот проект. Но до этого там целая республика прислала. Республика Северная Осетия, Алания прислала положительный проект. Значит, целые организации, там, Ярославль там, и прочее, прочее. Короче говоря, сложилась такая ситуация политическая, что за проект правительственный явно меньше выступает депутатов, чем за проект Фонда Рабочей Академии в обсуждении. И надо ситуацию как-то спасать. Какая была выбрана тактика? Была тактика выпустить еще несколько проектов. В том числе, вот, воспользуясь тем правом, которое вы уже упоминали, можно вносить не прямо в Думу, а можно внести в законодательное собрание какое-нибудь. И если законодательное собрание проголосует, то это будет законодательная инициатива законодательного собрания. И тогда в Думе обязаны рассмотреть. Так же, как депутаты имеют право законодательной инициативы, а обычно гражданин нет. Правительство имеет, а глава правительства нет.
Президент имеет право законодательной инициативы, но он не пользовался в этом случае. И вот появился проект Московской городской думы. Раз. Появился проект Яблочный. Но так забавно сложилось, что его автором оказался товарищ Голов Анатолий. А этот Анатолий Голов, когда я учился на матмехе, был там секретарем комсомольской организации, был у меня культсектором в комитете комсомола. И я его хорошо знаю, и знаю, что он двоечник был, невылазный. У него жена тоже была в комитете комсомола, Катя Голова, так, очень круглая отличница, очень умная. А он вот такой вот, как говорится, неудачный студент. И вот этот неудачный студент купил себе золоченые очки, телефон мобильный и стал депутатом по Чубайсовской линии. И вот он составил проект. Составил проект такой, который сделал его непроходным. Там было такое положение. Представьте себе, разные есть проекты в разных странах, где с 16 лет начинается трудовая деятельность, где с 14, где с 15. А в проекте Голова было написано Яблочным. Детям до 12 лет, не более 120 часов в год. В это время тут получилось так, что, значит, к этому времени наш проект выпихнули из этого, из Думы, все-таки выпихнули, дескать, он до Совета, до Думы не дошел. И вдруг товарищ Авалиани, который в свое время, во время шахтерской забастовки, возглавлял рабочий комитет в Кузбассе, взял и его внес. Еще немножко мы его доработали и внес его. И вот началось, так сказать, теперь, значит, правительство сходит на нет. Вот проект Голова, проект Московской городской думы и проект ЛДПРовский, Митрофанова. Известна вам эта фигура? Тут он недавно, так сказать, прокололся на финансах. Вот он тоже был один из авторов, так сказать, альтернативного. Ничего там особенного альтернативного не было. Это все были разные варианты того гнилого проекта, который однозначно безымянно был опубликован. Ну вот мне приходилось... Значит, по поводу этого Головского проекта выступать и в Думе, и на Ленинграде была дискуссия на телевидении. Мне где-то в 18 часов звонят с телевидения и говорят: «Михаил Васильевич, а вы не можете к 19 часам приехать и выступить по поводу проекта?» Потому что приехал Голов, он будет выступать со своим проектом. Мы хотели бы, чтобы тут альтернатива тоже была. Ну, им интересно же, чтобы была дискуссия. Я говорю: «Хорошо, я приезжаю в 19 часов». Они спрашивают: «А как вы будете выступать?» Да очень просто, говорю, я объясню, что этот вот такой проект нужен владельцам публичных домов. Ну, какой труд до 12 лет, не более 120 часов в год. И так и скажете. Я говорю: «Так и скажу». И вот мы сели так примерно, так на таком расстоянии, как мы с вами. Я говорю: «Вот товарищ Голов, который я очень хорошо знаю, он вот написал такой проект, который очень устроит держателей детских публичных домов. Потому что он допускает работу до 120 часов в год для детей до 12 лет». Ну и так сказать. А он ничего возразить не мог, так сказать. Эти очень удивились на телевидении. И что-то больше меня туда не приглашают с того времени. Но... Он стал непроходным, этот проект. Все. И даже мы вот пришли в Думу с коллегами, сидит секретарь Голова. «Вот, что вы выступаете против?» Говорю: «Да вы хоть читали этот проект? Так вот вы сидите тут на компьютере. Вы хоть читали?» «Да, я читал, я все знаю». Я говорю: «Там же вот такое есть положение». «Да не может быть». Ну, сел товарищ Федотов и у нее на компьютере нашел это положение в проекте Голова, она, значит, вытаращила глаза и замолчала. Ну, потому что это, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Короче говоря, все эти самые проекты тоже стали проваливаться. Вот. А товарищ, а время идет, дискуссия идет, товарищ Авалиани пошел на новый срок, и его на этапе предвыборном, знаете, когда собираются подписи, что якобы он где-то неправильно оформил подписи, и сняли его. Что тогда было, означало? Это означало, что его проект становится, ну, безголосым.
То есть он теперь должен... Сейчас уже нет, сейчас можно его выкинуть. Сейчас демократия дальше пошла. Выкинуть из Думы. А тогда нельзя было выкинуть. Он тогда продолжает двигаться без депутата. То есть никто за него выступать не будет. А кто хочет, может выступать. Но уже не он, потому что он не депутат. И никто его не собирается приглашать. Вот. Тогда мы пошли на то, что назвали этот проект проектом о влиянии Шейна. А Шейн молодой учитель из... Олег Васильевич из Астрахани. Он у меня был слушателем в Институте повышения квалификации на кафедре экономики и права. Я у него был научным руководителем. В это время как раз кафедру экономики и права закрывали, и поэтому пришлось им сдавать экзамены уже на юридическом факультете у нас. Он на юридическом факультете успешно сдал экзамен, получил диплом юридический, а так он был учителем истории. Ну и, короче говоря, еще мы доработали проект, и он уже пошел как проект Шейна. Его стали поддерживать летчики очень активно, авиадиспетчеры, докеры. И авиадиспетчеры устроили голодовку в поддержку проекта фонда Рабочей Академии, который выдвинул Шейн. Мы туда вставили положения, которые им особенно близки, для заключения профессиональных соглашений, связанных с обеспечением нормальных условий работы авиадиспетчеров. Вот. Митинг был перед заседанием, которое должно было рассматривать все эти самые проекты. Причем митинг был, когда еще допускались митинги перед Думой, организованный. Там теперь, если вы знаете, перед Думой уже есть будочка, где еще у вас тут проверяют и после Думы, стоя со двора, там, где новое здание Госплана с Георгиевского проезда, там тоже проверяют. То есть так просто так сейчас там не проведешь митинг. Но был такой митинг очень крупный, через который никак не мог пробиться Жириновский, и какая-то бабушка древком от знамени, так сказать, стукнула его по голове, и он при голосовании вообще воздержался. А один депутат от «Единой России» проголосовал за наш проект. Особо следует сказать о предшествующих голосованию событиях, потому что, значит, политическое руководство оказалось в некотором замешательстве, так сказать, что идет проект, он первый выдвинут. Правительственный сгорел, его никто. Тогда профсоюзы внесли ФНПРовский, проект 8. Ничем не лучше, чем правительственный проект. Тот тоже сгорел, бесперспективный. Ну, у нас, так сказать, все прогрессивное, как, так сказать, во всем мире, все лучшее мы взяли, у нас все это идет, двигается хорошо, поддерживает профсоюзы. Большая, так сказать, пропаганда идет этого проекта. Вот. Нас приглашают выступать, мы рассказываем дальше. И тогда был сделан решительный шаг. Создали комиссию Слизки, которая заместителем председателя была Думы, которая начала собирать сборный такой проект, который берет лучшие всех проектов, в том числе из нашего. Даже взяла такое положение, как самозащита работников. Что вот, скажем, и у нас было 23 февраля выходной день, тоже туда попало. А самозащита работников означает, и сейчас это попало в кодекс, что вот вам не платят зарплату. Вы пишете документ, и что я останавливаю работу или нет? Что я пишу? Прекращаю работу? Вот если прекратите работу, я вас уволю сразу же. Что он взял, прекратил работу? Нарушил трудовой договор. Приостанавливаю работу. Видите разницу? Я сейчас приостанавливаю чтение лекции. У нас перерыв? Нет, я сейчас отдохну и продолжу. Приостановка – это же не прекращение, правильно? Вот. Это вот очень важно. В юридических документах все формулировки очень важны. И политически, так сказать, надо быть бдительными в этом отношении. И вот я, такая формулировка приостанавливает работу до выплаты зарплаты. Тогда, вот уже по тому закону, который сейчас действует, тогда, если он в какой-то день получит письменное уведомление о том, что завтра ему выплачена зарплата, он обязан завтра явиться на работу. А до этого он может туда не ходить. Короче говоря, сказать, и всякую выплату этими преимущественно гробами, бутылками, натуроплатой зарплаты тоже оттуда выпало. Короче говоря, комиссия Слизки поработала, и вот по существу к рассмотрению в 2002 году
в июле, 3 июля этих проектов, по существу конкурировали два проекта. Проект вот Слизки и проект Фонда Рабочей Академии. Все остальное незначительно. Кстати, за проект Авалиани тоже проголосовал, он, так сказать, уже без субъекта шел, тоже немало людей. Накануне, в июне, 6 июня, состоялся съезд профсоюзов России. Немалое такое событие. И вот все профсоюзы обеспокоены ситуацией с Трудовым кодексом, туда собрались. И было большое обсуждение, и высказывали свою позицию. Значит, профсоюзы, которые там присутствовали, все выступали в поддержку проекта фонда Рабочей Академии. Вот. А представлял КПРФ там на этой встрече Серегин, секретарь ЦК КПРФ по рабочему движению. И он говорит, вот позиция КПРФ такая, а КПРФ там большое имело число голосов. Позиция КПРФ такая, мы ни за какой проект голосовать не будем, мы считаем, что надо вносить поправки, мы будем предлагать поправки. Остался месяц до голосования, они еще раз говорят о поправках. Уже эти поправки должны быть 100 раз озвучены тогда и выданы для обсуждения, но уже этот поезд, можно сказать, ушел, в политике так не делают. Но тем не менее, вот такая позиция. И как, но надо отдать должное тому, что произошло, и позиции КПРФ. Вот когда депутаты от КПРФ столкнулись с тем, что надо выбрать либо за проект, который поддерживала «Единая Россия», за проект «Слизки», и который ухудшает положение работников, и тогда она, в общем-то, это партия, которая лишается вообще всякого доверия, потому что встал вопрос, либо вы за работников, либо вы не заработник. Если вы голосуете за другой проект, то вы, значит, теряете доверие тех, которые являются ими избирателями. А это самое главное для КПРФ. Она же рассчитывает на то, чтобы собрать избирателей на свою сторону и даже рассчитывать на большинство, хотя это, конечно, нереально, потому что как в буржуазном обществе собрать большинство не за буржуазную партию? Мы с вами немножко знаем марксизм, да? Знаем, что общественное бытие определяет общественное сознание. Если бытие буржуазное, значит, сознание тоже буржуазное. Если сознание буржуазное, значит, на выборах кто победит? Если честные выборы, честные. Если честные, то буржуазные партии. Если не честные, то, может быть, и не буржуазные. Но если честные, то это будет отражать фактическое положение дел. Мысли господствующего класса являются мыслями, которые господствуют в обществе. Правильно? В соответствии с этим. Ну вот, КПРФ оказалась в такой ситуации, что для нее самоубийственным стало голосовать за другой проект. И все депутаты КПРФ без исключения проголосовали за проект Фонда Рабочей Академии. И он собрал 189 голосов депутатов Государственной Думы. Я уже говорил, что даже один из членов фракции «Единой России» проголосовал за него. А проект Слизки получил 224. И прошел проект Слизки. После этого было второе слушание. Что такое второе слушание? Значит, вот если вы имеете проект, который прошел и взят за основу, теперь уже проект Слизки, значит, можно было представить такие видоизменения, поправки, которые его сводили к проекту Фонда Рабочей Академии. Что мы и проделали. То есть мы целую цепь поправок сделали по всем пунктам. В итоге, значит, предстали предлагать их на... Ну, кто предлагал? Депутат Шейн стал предлагать, потому что у него же законодательная инициатива. А мы, так сказать, как бы в поддержку его законодательной инициативы эту работу провели. И после этого число голосов за проект фонда рабочей академии еще увеличилось. Но не непосредственно за него, а число голосов, которые поддержали наши поправки. И оно дошло до 220. Но не перешло ту границу, которую делает большинство. В итоге что получилось? В итоге получилось то, что то, чего боялись профсоюзы, а больше всего они боялись обрушения вообще всей системы прав трудовых. Страшного обрушения. Чуть ли не в истерике находились вот люди, которые, с одной стороны, были грамотны и понимали, что грядет, какое изменение трудового законодательства. Вот. И они не верили уже, что можно что-то положение спасти.
Ну вот, как показала эта история вся, что самая лучшая позиция обороны – это наступление. То есть вот это позитивное выдвижение Трудового кодекса позволило в итоге вот такой довольно длительный и, в общем, политическая. Это борьба за что? За законопроект, правильно? Это какая борьба? Ну, это политическая борьба, конечно, в самом чистом виде. Что благодаря этой политической борьбе мы имеем сейчас такой трудовой кодекс, который в целом является прогрессивным. По сравнению с тем, что могло бы быть, по крайней мере. И он сохраняет очень многие из тех завоеваний, которые были ранее сделаны. Теперь он называется «Анекдот о Трудовой кодекс России». Более того, в нем даже было записано, что минимальная заработная плата, как мы и предлагали в своем проекте, должна быть не менее прожиточного минимума. Но, к сожалению, значит, наши оппоненты подсуетились, и в конце Трудового кодекса поставили статью заключительную о введении в действие вот этой вот статьи про минимальную зарплату, что она будет выводиться специальным законом. То есть не прямого действия получается кодекс по этой статье, а только через специальный закон. И вот они время от времени повышают минимальную зарплату. И минимальная зарплата у нас сейчас 6 с небольшим, а прожиточный минимум около 9. И у нас сложилась очень интересная ситуация, когда прожиточный минимум нигде вообще не фигурирует ни в одном акте, так, чтобы он использовался как некая законодательная основа. Нигде, потому что тут он не привязан к минимуму, а просто считается. Дескать, как бы правительство, оно знает, чтобы прожить нужно 9 тысяч, а платить будем вам 6, и будем смотреть, что с вами будет. Смотрим мы на вас, а вас уже не столько, сколько было, а уже меньше. А потом спрашивают, а как вот почему смертность в России такая сильная? Ну подумайте сами, если прожиточный минимум 9 с лишним, а минимальная зарплата 6. А что такое прожиточный минимум? Что это такое? Это минимум, который нужен, чтобы только прожить. Чтобы прожить. Но это не значит, что сразу вы умрете. Нет, вы сначала пойдете в аптеку, оставите там деньги в этой аптеке. Потом пойдете в магазин, увидите, что денег у вас нет, что-то купите. В общем, мучиться вам долго не придется. Короче говоря, что происходит? Причем прожиточный минимум, я вам некие, так сказать, технические секреты раскрою, или политические. Прожиточный минимум утверждает у нас правительство. Я поначалу, как человек, так сказать, который должен бы это знать, поинтересовался. И я думал, что прожиточный минимум, дескать, вас установят на следующий квартал, чтобы в этом квартале ни меньше не платили. Нет, прожиточный минимум на прошлый квартал утверждается постановлением правительства. Дескать, в прошлом квартале прожиточный минимум был 9. Это вроде как мне узнать, какой прожиточный минимум? Вот, значит, если вы умерли, вы умерли, а вы не умерли. Значит, вот те, кто не умерли, они и показывают, какой прожиточный минимум. А вот если эти умерли, значит, сколько вы получали, это вот прожиточный минимум, значит, надо больше. Ну, раз в хвост это дело определяется. То есть, как бы по факту решается. Если сказать, вот прожиточный минимум какой. Надо же, говорит, а у них все равно умирают, давайте еще повышать. И поэтому прожиточный минимум у нас сейчас в юридическом плане ни при шее, ни при стегне. Он ни к чему не привязан, ничего из него не вытекает абсолютно. Кроме понимания того, что если у вас 1,5 миллиона человек получает меньше прожиточного минимума, вот этот мрот, про который еще в той старой революционной песне поется, «Мрет наши дни с голодухи рабочий». Но там «мрет» написано, тут «мрот». Ну, разница невелика. То есть не прожить на него. Если представить себе ситуацию, что человек на двух, на трех работах, это означает, что он быстро закончит свою жизнь. И несмотря на то, что вот в кодексе красиво написано, и по телевидению, как раз в период, когда завершалось обсуждение, показаны были текстильщицы, которые запускали вверх
шарики воздушные, много. Такая реклама была. И на воздушных шариках было написано «МРОТ» и прошечное меню. Вот они вот как раз будут такими. Но эти техничества не заглядывали же в проект, в котором в конце, и в закон, в котором на конце написано, что это будет тогда, когда это будет специальным законом. А вот когда тогдашний министр труда уходил с работы, починок, вот с такими большими ушами, он отличался этим, и откровенно все известно, говорит, ну вот 15 лет, не видать вам такого закона. Он сказал, он уже умер, но дело его живет. Нет у нас пока такого, чтобы прожиточный минимум определял, по крайней мере, МРОТ. Нет, МРОТ значительно меньше прожиточного минимума. Но в то же время, обратите внимание, я хочу обратить ваше внимание на некоторые такие особенности Трудового кодекса, которые делают его в значительной мере прогрессивным. Вот то, что принято, и то, что было предложено в итоге комиссии Слизких, поскольку она вынуждена была подтягивать уровень прав, чтобы сделать его конкурентоспособным и способным собрать большинство голосов. Там написано, например, в статье 130 Трудового кодекса, написано, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. На практике, как вы видите, государство абсолютно это не гарантирует. На практике. Гарантирует? Наоборот. У нас идет все время инфляция, а инфляция откусывает у вас сколько? Вот если у вас инфляция 10 в год, значит 5% вашей годовой зарплаты, вот вы график нарисуете, у вас получится треугольник. А чтобы посчитать, сколько у вас откусили, вы умножите на уровень инфляции. Будет прямоугольник. Половину прямоугольника возьмите, это будет треугольник этот, который у вас съеден, отнят. У всех, и у тех, кто работает, и тех, кто получает фиксированные доходы, пенсионеры, студенты и так далее. Вот недавно товарищ Голикова встречалась с вузовцами и объяснила студентам, что вы молодые, идите работайте, зарабатывайте. Ну, а вы-то хоть не отнимайте тогда от этой зарплаты, от этой стипендии 1450 рублей, отнимается 5% годовой суммы. 5% годовой суммы. При 10%. А у нас будет, наверное, 14% в этом году рост инфляции. Поэтому никакой тут гарантии, о которой написано в 130 статье, нету. Это декларация. Теперь какие меры за нарушение Трудового кодекса? Ну, вы, значит, знаете, что за невыплату зарплаты возможна и уголовная ответственность. Эта мера потом появилась, и вот товарищ Рогозин использует ее для тех, кто не нарушил эту статью о выплате зарплаты своевременно и не выплатил зарплату, их привлекает к уголовной ответственности на строительстве космодрома «Восточный». Но вот эти 14 миллиардов, которые растворились, и которых там зарплата задержана, там, ну, 150 миллионов каких-то, 150 миллионов. А растворились 14 миллиардов. О них вообще разговора нету. Сообщили. Потом вдруг товарищ Чайка сообщил, что уже 6. Видимо, так растворились, что уже 14 в 6 превратились. И дальше и полное молчание. Но все равно это 6 миллиардов включает так много по 150 миллионов, что вообще проблемы нет немедленно выплатить. Но это же не просто, это деньги государственные, которые через банки пошли с оформлением всех документов. Это же не просто так вынули из кармана и дали, вот стройте порт Восточный. Не так же было. И не так же было, как у Хорошавина, что наличными его принесли миллиард. Миллиард. Принесли Хорошавину в кабинет. И когда следователи пришли, говорят, ну что вы будете искать? Вот все тут лежит, доставайте. Они все на ковер выложили, так, все эти миллиард. Тут же миллиард. И ни один предприниматель против Хорошавина не выступил. А зачем он будет выступать? Вам деньги нужны? Представьте себе, что вы на Сахалине живете, и руководитель крупной строительной фирмы. Деньги нужны вам? Сколько вам надо денег для вашей стройки, чтобы прибыль у вас была, чтобы все было хорошо? Миллиард подойдет? Чего? Смотря в какой валюте. Какой? В рублях какой? Вы в России находитесь. Вы видите, какой товарищ хочет уехать.
за границу, какой валюты? В офшоры хотите спрятать деньги? Не надо, у нас все по-честному. Сколько вам надо? Миллиард? Сложно сказать. Сложно сказать, а с вами каша не сварит. Вам сколько надо? Два давайте. Два, это много. Вы не надо уж так. Давайте едем. Ну, уже Сахалин далеко же, там много издержек. Ну, я поеду в Москву, буду с Дмитрием Анатольевичем разговаривать. Мне надо какая-то цифра такая круглая. Миллиард. Не надо страшно. Ну, я ладно. Согласна. Давайте, вот миллиард вам. Вот сейчас я пойду. Поеду в Москву, скажу, как трудно на Сахалине, как нужно спасать тут экономику. Это дальний край, это форпост России. Там еще и Япония тут рядом. Вот если мы тут не сделаем, все, мы пропадем. В общем, короче говоря, 2 миллиарда нам. Вы поняли? Да. Значит, когда вам придет, вам пришлют на счет. Значит, миллиард. Я вам что обещал? Еще один. Нет, миллиард я вам обещал. А это миллиард не ваш. Это вы мне принесете. И как вы будете в наличные? Меня это не волнует. Чтобы они лежали у меня тут на ковре. Понятно вам? А вам ничего. Потому что вы не знаете, сколько вам надо. Знаете, как одного принимали на работу? Спрашивают, ты пьешь? Он говорит, да вот, и сколько ты выпьешь? А он и не знает. Ну, не знаешь, не беру. А другого спрашивает, сколько пьешь? Он говорит, ведро беру. Почему? Меру знает. А тот меры не знает даже. Черт его знает, какой-то забулдыга. Так и здесь. Не знаете меры. Такую возможность. Вот товарищ уже живет, процветает. Это посадит, конечно, Хорошавин, то есть меня как бы. А он-то, он, смотри, процветает. Сидит себе, магистр. Он, может, будет еще и крупнее, чем Хорошавин. И ничего он не нарушил. Это я просто жулик у него вынул миллиард. Отнял, можно сказать, а он жертва. К ним какие претензии? Но никто ведь, вы обратили внимание, никто ведь из предпринимателей сахалинских, никто против Хорошавина. Это какой-то инициатива Народного фронта. Там кто-то все-таки это раскопал и пожаловался Путину. И вот, так сказать, Следственный комитет занялся, и его арестовали. Вот, так что вот это вот серьезное дело политическое. Сейчас наша экономика наполнена такими процессами, вы, наверное, все время наблюдаете, да? То вот в Коми там. Комичная такая ситуация, когда, значит, и руководство законодательной власти, и руководство исполнительной власти, все оказались впутаны в историю, когда они, значит, как бы помогают неким государственным учреждениям, а потом получают дивиденды, как, поскольку у них там есть свой капитал, дивиденды в офшоры, наличные счета. У нас главное богатство от зарплаты или от собственности? От труда или от собственности? Сейчас в России. От собственности. Ну вот. Вот люди поняли. Потом это люди принципиальные. Почему принципиальные? Принципиальный – это тот человек, который знает главный принцип современного российского общества. Какой главный принцип? Приоритет личных интересов или приоритет общественных? Вот я вам буду доказывать приоритет общественных интересов. Значит, что он нам преподает? Это же устаревшее, это советское, это советский взгляд. Приоритет общественных интересов. Сейчас же это на конвертах даже пишут. Иванов, а потом уже улица, а потом уже город, потом Россия, да? И вот если я чиновник, пришел туда, и если я принципиальный чиновник, я должен о чем подумать? Что за то время, вот человек, вот, видно, что принципиальный человек, вот я сразу его понял, он должен за время, пока он находится на этом месте, обеспечить себя, даже если он, скажем, ну немножко и посидит полгода потом, но зато он потом все остальное время будет как сыр в масле кататься, а вы будете все время вот проголодь жить. Ну. Надо быть современным, успешным. Ну так ведь? Вот так. Вот видите, как у нас. У меня магистр, это народ уже зрелый, можно сказать, все понимает. Чего вы нас учите? Я окрепшую умы еще. Ну как мне сейчас окрепнуть? У нас пара 18:40 заканчивается, не 18:50, как выяснилось. Ну вот. Так, короче говоря, получилось, ну, сказать, во всей этой истории с Трудовым кодексом, что оказались, тем не менее, хоть и не нереализуемые положения, фактически их не применяют, а ответственность, если вы откроете административный кодекс, там, скажем, за неучастие в переговорах по коллективному договору, 5000, ну и другие такие наказания, которые, ну, ни для кого не наказание. Никто на них внимания не обращает. Поэтому вот вы для интереса как-нибудь полистайте
кодекс об административных правонарушениях. Потому что в самом трудовом кодексе там ответственности нету. Дескать, я вот не выполняю, и что дальше? А как нам еще Михаил Сергеевич, достопамятный, объяснял, что можно делать в России? Он говорил, что вот все, что не запрещено, то можно делать. Я могу только к этому добавить, и учитывая практику, можно делать то, что разрешено, можно делать то, что запрещено, но нет никакой ответственности, и можно делать то, что запрещено, есть ответственность, но эта ответственность меньше, чем та выгода, которую ты получишь. Вот так поступает современный хозяйственник, они игнорируют это запрещение. Говорит, ну поймают, ну посижу я полгода. Это как бы на вахтовый метод. Полгода посидеть в тюрьме, а потом 10 лет тратить свой капитал. Конфискация же отменена. Раньше была какая конфискация? Вот сейчас опять этот злой человек, наш председатель Следственного комитета, хочет ввести конфискацию у всей семьи, забрать эти деньги. Потому что вот если у нас с вами одна семья, вы сразу на меня ведь перепишете. Или на тещу. И все. И уже, а вот к вам придут конфисковать, он говорит, ну что, ну ручка вам, ну возьмите мою ручку, берите, берите. А этот телефон, не надо, этот телефон мне Михаил Васильевич дал подержать, это на Михаила Васильевича записано, а я вот только им на занятиях, что вы, надо красивее это делать. Это мой телефон, но я вам дал его навечно, имею право. Мы с вами договорились, если к вам придут, то вы скажете, это Михаил Васильевич телефон. А что, непонятно, что это его, откуда у меня такие деньги, чтобы иметь такие телефоны? У меня не это. И все. Что с вас взять? Ничего. Поэтому нынешняя, так сказать, ситуация, к вам придут, скажут, телевизор ходи, КВН-49, это мой. А вот это жены, это жены, это жены. А у вас что-нибудь есть свое? Есть тапочки. Купи, возьмите тапочки мои. А они пусть описывают. Описывают, сколько вы оцениваете тапочки. Ну, сколько вы тапочки оцениваете? Новые тапочки хорошие, 1500 рублей. Как они, интересно, бегут защиты малолетних детей и так далее, если они от них не конфискации. Чего? В случае конфискации? Да. Да конфискация – это награбленного имущества. Малолетние дети пускай на заработанные средства. Как будут разделять эти награбленные? Есть официальные доходы. Это очень легко. Вы посчитали вашу зарплату. Сейчас это очень просто дело. Сейчас собирается ввести такой порядок, что, значит, если вы покупаете дом, они сравнивают с тем доходом, который у вас был за последние 5 лет. Если это превышает, то с вас, то начинает заводиться дело. А если это меньше, чем за 5 лет, то есть вы не ели, не кушали, ни масло, ни булочку, ни хлеб, ни кашку, ничего не ели, а только вот собирали, собирали, собирали. Но тут же получается, что он превосходит многократно, поэтому это нет проблем. Это легко очень. То есть вы на государственной службе взяли и умножили на все месяцы и получили вашу сумму. А покупаете вы в несколько раз больше. И это сплошь и рядом. Поэтому это собираются делать. Ну вот это все медленно крутится, потому что это приняло такие масштабы, что на это реагировать никак нельзя. И вот председатель Следственного комитета товарищ Бастрыкин, он из нашего университета, был старостой группы, где Владимир Владимирович учился. Вот я его хорошо знаю, потому что он был заместителем секретаря парткома по идеологии. А я был замсекретаря партбюро экономического факультета. Вот где вы сидите, это были аудитории экономического факультета. Здесь. Вот там была кафедра политэкономии в углу, самая большая в России. В СССР. 55 человек. И вот товарищ Бастрыкин бьется и никак не может добиться, потому что какое-то очень сильное противодействие. Не вы ли там, не ваши ли руки там чувствуются. Или он, например, бьется, чтобы смертную казнь ввели, потому что, так сказать, иначе с террористами, так сказать, никак не разобраться. Иначе получается, что это понимают уже все руководители спецслужб, что если вы не убьете при попытке к бегству и во время контртеррористической операции, подозреваемые уничтожены. Подозреваемые уничтожены. А как же это презумпция невиновности? Вот я посмотрел на вас, смотрю, борода и очки. Ну, точно террорист. Раз и все. А закончилась контртеррористическая операция, и взятки глазки. То есть, получается, досудебные и внесудебные расправы у нас сейчас. Поэтому люди думают, что они избежали смертной казни. Нет, эта смертная казнь была по суду. Вот у нас, скажем, профессор Уваров, зав. Кафедры философии и культурологии ИПК, вот, где я работал, он говорил, ну, понятно, что во всяком деле, в том числе и в наказаниях, в определении наказания могут быть ошибки. Вот приговорили вас к смертной казни. Не надо торопиться исполнять.
Сколько надо лет, чтобы еще проверить 10 раз? 10, да? Ну и сидите 10 лет, приговоренные к смертной казни. Весело живите, так сказать, отдыхайте. Но через 10 лет скажут, ну все, хватит. Уже разбирались, выясняли. То есть есть, даже не все безгранично. Это во-первых. То есть никто же не говорит, что надо вот сразу немедленно приводить в исполнение. Нет, ну надо еще раз перепроверить 10 раз. Почему нет? Поэтому нет такой проблемы. Это во-первых. Точно так же, как вы кого-нибудь можете назвать, кто на самом деле отсидел все годы? Нету таких. Это одна власть приговаривает, а другая потом выпускает. Кто пожизненно-то отсидел, кто? Вон недавно в Германии выпустили тех, кого там, значит, двоих. Мужчину и женщину, которые много-много отсидели. Но были приговорены к пожизненному. Кто у нас пожизненно сидел? И как вы себе представляете пожизненное заключение, такую твердость, когда у нас, как его зовут-то, Раймер или Рейнер, который у нас возглавлял пенитенциарную систему, и который на несколько миллиардов денег получил за счет того, что он якобы обеспечивал обеспечение браслетами ножными для того, чтобы контролировать заключенных. Но он это все, там, так сказать, муляж этих самых браслетов сделан был. И денежки они рассадили, разложили по карманам. По крайней мере, более миллиардов, порядка 2 миллиардов рублей. Мы в государственном-то управлении, так сказать, ловим время от времени, в Думе ловим преступников, в Думе. В Совете Федерации, а вы хотите, чтобы это было в этой системе, чтобы там были люди кристальные. Теперь тот же самый Бастрыкин, можно только пожалеть его, пытается обратно вернуть в процессуальный кодекс положение о том, что суд должен выяснять истину. Сейчас суд не должен выяснять истину. Сейчас у нас суд что должен делать? Ну как он будет приговорен? Чтобы перед, прежде чем выносить приговор, на каком основании? Выяснен он не выясняет, на каком основании вас приговорит-то? Приговорить должен. Почему вас, а не меня? Меня надо, может быть, приговаривать. Почему вас? Объясняю. Потому что суд носит, записано это во всех процессуальных кодексах, и в гражданском, и в уголовном, носит состязательный характер. Вот мы с вами будем состязаться. Если я вас переговорю, вас посадят. Если вы меня переговорите, меня посадят. А почему? А суд, а вы у нас судья. Вы смотрите, ну вот мне понравилось, как этот выступает, значит, он прав. А теперь мне, а потом мне понравилось, как он, значит, он прав. И все. Состязательный характер. Волейбол. Если я вам 8 голов забил, а вы только мне 4, все. А если вы мне 8 голов, а я 4, наоборот. Состязательный характер. А если я в 20 раз богаче вас, вот я его, вот у нас известный юрист, Падве. Я его найму, и вы у нас известный юрист, и вас найму. А вы кого наймете со своими деньгами? Чего вы судитесь? Сказано вам, народ уже говорит, сильным не борись, богатым не судись. Ну, мои выиграют у вас. Я буду дома сидеть, смотреть телевизор, они будут от моего имени, так сказать, выигрывать у вас. Не так? Это разрешается современным законом? А сколько я могу иметь представителей? Вот вы сколько можете, вот я хочу, так сказать, вот вы будете судиться, да? Сколько вы можете иметь представителей в суде? Насколько денег хватит? Почему денег? Почему денег? Вот бескорыстно мы пойдем вас защищать. Раз, два, три, четыре. Вам мало четыре? Четыре. Не сидеть будем в зале сюда и внимательно вас, одобрительно на вас смотреть. Потому что если мы вякнем, нас выведут из зала суда. А если мы представители, вы будете выступать за него? Судья спросит. Ну, я же представляю его интерес, получается. Ну, я не спрашиваю. Вы давайте отвечайте, там судьи, им некогда разговаривать, эти вопросы судьям не задавать. Будете вы выступать или нет? Ну, буду. Вот и все. И давай выступайте, дадим слово. Вы будете выступать за него? Да. А вы? Буду. И я буду. Все. Мы четверо будем выступать, а там у него 2 лопуха каких-то против. И вот мы 4, а надо 14 выставим. Состязательность.
То есть не надо встраиваться, так сказать, в эти глупости. Он там адвокатов нашел, а мы нашли, вот, мы можем 20 человек выставить, и все могут выступать. И вот такой будет том, а в нем все наше, и все за вас. Ну, там немножко выступить против. Поэтому в суде можно выигрывать, но надо только правильно понимать, вот мы, почему у нас подход с вами такой, и так и определяется, и так и просили меня подготовить курс политические составляющие, чтобы ну, у нас не было такого идеалистического представления. Вот суд, вы придете, и за вас все решат. Никто за вас ничего решать не будет. Вы хотите выигрывать, не хотите не выигрывайте. Но если вы хотите выиграть, что нужно делать? Подавляющий перевес сил. А адвокат, может, приходит к вам адвокат и говорит, давайте миллион, я отнесу суде, будет решено. Вы проверите, он отнес суде или просто он уже знал, что вы выиграете. Знал, что вы выиграете, он ушлый. Взял у вас миллион рублей, поставил под сомнение этого судью, который, в общем-то, справедливо решил дело, положил денежки себе в карман. Он, этот адвокат, за что борется-то? Как за что? За деньги? Ну, деньги получил, все, теперь надо их сохранить. А может, он и поделился с судьей. Вы это не узнаете никогда. Почему вы не узнаете? Потому что раньше было сколько у нас в суде? Раньше, говорит, вот тройки были, а сейчас что? А сейчас единички. Есть совещательная комната. Вы видели, как я, скажем, отводил судью? Когда отводишь судью, судья уходит в совещательную комнату и совещается с кем? С кем? С собой. С собой совещается. Он обязан написать, что я вот не состою в родственных отношениях вот с теми, против кого я выступил, что я не подкупленная, я не то, я не сё. Через 40 минут она приходит и говорит, отказываю вам в этом, в отводе судьи. Ну, отказывайте, отказывайте, пошли дальше. Это так просто у нас между делом, мы пошли дальше. У нас осязательное же. После этого все мои ходатайство легко принимается, такая дружба у нас с судьей начинается, так очень хорошо. То есть думать надо, состязательность. А не так, что я пришел, суд там все решат, там решат. Так вот, что поэтому означает это положение кодекса? Тут я прихожу и с этим докером объясняю. Значит, ваши требования повысить реальное содержание заработной платы, требования к администрации, не только обоснованно, не только справедливо, но и законно. То есть вашего требования нельзя поколебать, они законные, они записаны в кодексе. Против них трудно защищаться, а добиться этого через суд вы не добьетесь. А через что вы можете добиться? Через то, что дано кодексом. А что дано кодексом? В этом кодексе есть два очень важных раздела. Первый раздел – это раздел «Коллективные переговоры». Коллективные переговоры. Ну, что это значит? Ну, вот если у вас есть профсоюзная организация в коллективе, которая включает в себя более половины работников, вот она имеет все, так сказать, максимально возможные права. Это значит, что она может выдвинуть требования, она, требования о проведении коллективных переговоров. И администрация не может уклониться от выполнения этого требования и через не позднее, чем через 7 дней после издания приказа стороны должны сесть за переговоры. Причем представители работников освобождаются от производительного труда для ведения примирительных процедур, для ведения переговоров на срок не более 3 месяцев. Вот вас освободили, платят вам зарплату, вы ходите, проводите собрания, рассказываете, как идут переговоры, получаете наказы, рассказываете, за что выступает администрация, за что вы выступаете. Если вы правильно действуете, не просто сидите там, пьете кофе с администрацией, а вы все время... Они вам объясняют... Администрация что вам будет объяснять? Администрация вам будет объяснять, что есть собственники. Нам все решат. А мы вот тут как бы... Вот есть большой балда, собственник. А я меньшой балда, директор там, исполнительный директор, управляющий.
Ну, что вы с меня возьмете? Вот есть финансовый план, я его не могу прыгнуть, все. И объясняют вам, что ничего, денег нет. Денег нет. Вот если бы у меня были бухгалтером, пришли бы вот эти люди, спросили, есть деньги, что бы вы сказали? Вот. Видите, человек очень образованный. Денег нет. Чувствуете? Вот это уже уровень, я понимаю. А то, говорит, начинают считать, там смотрят, ну, денег нету. А ваше положение какое, если вы от работников? Ну, говорите, у вас большой балда, и у нас большой балда. У нас большой балда где? Сейчас пойду в цех, сейчас соберемся, пойдемте со мной. Вы им расскажете, какие вы благодетели, что у вас зарплата не будет повышаться. А вы работаете, работаете, не покладая рук. Пойдемте, вы расскажете, потому что я-то не могу так красочно, как вы, объяснить, как вам тяжело. Тем более я вас спрашиваю, а какие у вас доходы? Они никогда не сообщают. И никогда не сообщат. Хотя, по закону, зарплата не коммерческая тайна. Никто не будет вам выдавать зарплату. Хотя я вот у меня даже с собой я захватил, чтобы, так сказать, видеть политическую составляющую ситуации с зарплатой, которая у нас сейчас есть. Вы сейчас знаете, что всем сказали поджаться, да? Дескать, давайте, ребята, подожмитесь, потому что стране тяжело. Ну так тяжело, а вы тут еще требуете, надо вообще, почему добровольно 10%? Вот некоторые уже отдали добровольно даже, члены Думы там, какие-то члены правительства, а вы не отдали? Родина зовет, а вы, и вы не отдали? Я хотела спросить, при трудоустройстве однажды в одной организации я подписывала документы, их внутренние, в котором четко значило, что я не имею права разглашать сведения о своей заработной плате. Но вам руки не били молотком по рукам? Не-не-не. Значит, вы добровольно подписали, но, так и делали. Но вы человек порядочный, ну так вы подписали. Но это только на порядочность или это имеет силу? Нет. Юридическую нет. Вы же подписали, сказали, ну ваша же подпись, ваша. Ну, конечно, учтут, скажут, что вы сами согласились. Я вас спрошу, а вам вот это руки сюда вот не вставляли, нет, не закрывали? Подписав уже это имеете? Ну, раз вы подписали, то вы договорились. Вы имеете. А как порядочный человек, соблюдайте договоренность, чего вы хотите еще? Но если я не... Да. Если, скажем, юридической силы, то... Юридической все равно не имеет. Это внутренний я. Нет, если это внутренний... Ну, вы даже знаете, некоторые от показаний отказываются в суде. Подписали все, а потом говорят, нас заставили. А я скажу, как же вас заставили? Вас же молотком-то по пальцам не били? Не били. Что вы нам рассказываете? Вы сами добровольно, вы любите просто фирму. У вас корпоративная солидарность. Нет, это понятно, но это считаете договором, при котором они могут меня привлечь? Привлечь вас не могут. Не могут. Но вас связали, и вы, и люди так этим связаны, они уже выступать не будут, как правило. А если будут, скажут, ай-яй-яй, как вам не стыдно. Вы же подписали, а теперь выступаете, какая вы беспринципная. Да, так что вот так. Я однажды выступал со своим коллегой, профессором Казеновым, на Кировском заводе. Там у них особый профсоюз, он никуда не входит. И вот они нам слово дали, мы им рассказываем. Начали люди спрашивать, говорит, нас, вот как раз тогда, когда все сокращалось численность работников Кировского завода, говорит, вот нас переводят на срочный договор. Как к этому относиться? Я говорю, как? Не подписывать. Ну вот, нас заставили, а я, как вас заставили? Убили. Били. Чего вы этим? Бутюгом по спине, значит, это, водили, горячим. Не было такого? Не было. А чего вы клевещете на вашу администрацию? А ничего вас никого не заставлял. Ну вы же понимаете. Ну а нам же сказали, нас, в общем, запугали. Я говорю, как вас можно запугать? Это ведь понятно, для чего переводят. Если я вас перевожу на срочный договор на 3 месяца, вас через 3 месяца я уволю без всяких попыток вообще и возможности попыток как-то задержаться. Правда? Потому что срочный договор для того и придуман, чтобы в связи с истечением срока договора. Все. И не надо даже дергаться. В суд ни один и рассматривать не будет. Что это рассматривать? Ну, можете подать, чтобы убедиться в том, что никто не будет рассматривать. В связи с истечением срока договора. Я говорю, как можно вас запугать, если большего, чем увольнения, нет? Но если вы вас уволили, вы же к этому и не имеете отношения завода. Вы же себе закладываете сейчас увольнение. Как вы это подписываете? Только вы с оттяжкой, 3 месяца. Ну или полгода, если у нас срочный договор на полгода. Или на год. Вся разница. Или на пролетарском заводе, значит, там товарищ расточник был, на станках ЧПУ работал товарищ Петров, Сергей Петрович. Говорит, вот как мне объяснить людям на заводе? Вот их вызывает начальник цеха и говорит, просит подписать, что они по собственному желанию увольняются. Ну я говорю, ну если есть желание, да, пусть подписывает.
Так у них нет желания. Так если нет желания, так пусть они подписывают. Ну, вот и пойдите объясните им, что если они подпишут, то нет такой силы на свете, нету, которая может это остановить. Приходит на следующий день, говорит, я ему все объяснил, все передал. Подписали. Ну, все, говорю, тогда собирайте манатки. И все, всех уволили этих людей, естественно. Хотя, если вы написали заявление об увольнении, это все или не все? Если я по собственному желанию. Да, вот вы написали заявление по собственному желанию. Сколько вы должны работать? Две недели. Вот вы неделю работаете, вторую, потом. Зачем я подписал это, собственно? Такие тут хорошие люди, такой хороший начальник. Люблю я его. И пишите заявление. Дорогой Иван Петрович, люблю я вас, не могу я без вас, поэтому прошу считать мое заявление недействительным. Я от него отказываюсь. И оно не, вот тогда оно не имеет юридической силы. Но если они уже подписали и хотят все-таки меня уволить после этого, тем не менее это будет действовать? Нет. Все уже, все, вы его дезавуировали. Но вот вы мне написали заявление и несете мне заявление. Давайте мне заявление. Вот здесь заявление. Давайте мне заявление. Держите. Да. Давайте мне заявление. Давайте. Сейчас я вот, если получу его, чик. А вы что должны сделать? Второе подписание. У вас такое достаете вторую копию, опять ее чук-чук, третью копию. Подготовиться надо. Я могу через почту отправиться, вот это уведомление. Вот, я же говорил, что человек подготовленный. Может, это вы из контрольных органов смотрите, как я лекции читаю. Вы все знаете. Правильно. Идешь на почту и заказным письмом. Главное, чтобы дата была там до 2 недель. Все. Все, недействительно ваше заявление. Вас уже по собственному желанию, по другому пункту. Ну, так вы найдите за что. Ну, то, что вас могут там искать потом, за что уволить, это само собой остается, но уже по собственному желанию нельзя. Желание, обгыло желание. Ну, вот как увидела, как вы делаете, и так я вас полюбила, что теперь я по собственному желанию никогда не уйду. Ну, нравитесь вы мне. Я думала, вы там будете что-нибудь тянуть, а вы так резко, раз, да уволить. Нет, я таких людей вот просто, ну, так люблю, что вот не могу расстаться с вами. Сам, по собственной воле или сама. А уж как вы будете, это же ваше дело. И все. И очень часто так и бывает. Вот у нас сколько народу поуволено? Основная масса, ну, за 90-е годы, вот, когда началось это все, так называемая перестройка и сокращение на всех предприятиях, тысячами, десятками тысяч. Как вы думаете, по какой статье? По собственному желанию. Да, по собственному желанию. Ты замучишься вас увольнять, а по собственному желанию? Красота. А потом говорит, ну я же уже подписал, это вам же надо еще переделать, я вам такую форму предложил, что полюбили вы. Ну надо придумать какую-то форму, чтобы это трудно было от этого бояться. Как же так, вы уже написали, мы уже все рассчитали, из-за вас мы уже все, уже мы там людей поставили, а вы все передвинули, а вы вот туда-сюда мечетесь, все подрываете. И вот человек идет, еще ему нальют это в голову, он пойдет, и, значит, и он же и виноват еще. Так что вот, и потом в одиночке это очень трудно, когда вот человек, когда решается вопрос о его судьбе, тут нужен коллега, который пришел бы и сказал, да что делаешь, с ума сошла, ты что делаешь-то? Подписал, выкинь эту дрянь. А я уже подписал. Ну, подписал, скажу, я пошутила. Это шутка. Прошу шутки, это не верить. И все. Дайте мне, их можете не давать, мне это не надо. У меня есть копии, вот я вам отдала, будьте добры. Вот я вам зарплаты некоторых тех, кто у нас в государственных организациях находится. Зарплаты крупнейших членов правления крупнейших наших компаний, государственных. Роснефть. Месячная. За месяц. За месяц. Роснефть. 17 миллионов 941 тысяча. Газпром. 12 миллионов 463 тысячи. Башнефть. 11 миллионов 85 тысяч. В месяц. Аэрофлот 6, бедняки пошли. Русгидро, которая вся на Шушинскую грохнула. Ну, это одному? Одному члену правления в месяц 6 миллионов 30 тысяч. РЖД, бедняки, Якунин 4. Ну, у Якунина, конечно, не столько, у начальника больше, но тут для члена в среднем. РЖД 4 миллиона 800 тысяч. Интеррао ЭС 4770, Россети 4617,
ФСКЕС, это федеральная сетевая компания. 2462, но это пошли уже нищие, можно сказать. Ростелеком 1 922 000. Ну, не дотягивает до 2 000 000, поэтому даже с ними я бы и руки им не подавал. И вот в это самое время, при таких заработках, вам рассказывают, что вам надо вот сейчас вот срочно покупайте кушачок и затягивайте его получше. Поэтому все ведь соотносительно. Если мы все так, такие, так у нас так плохо, тем более я вам сообщаю данные по децильным коэффициентам. Децильный коэффициент – это соотношение доходов 10 самых богатых к 10 самым бедным. Страны скандинавские – 3,5. Европа – 5,7. Соединенные Штаты Америки – 9. Россия – 32. Ну, если у вас такая беда, вот тот академик, член президиума академика, который у нас здесь выступал, на днях Петербургской филармонии, говорит, очень просто. Он говорит, надо взять вот верхний, так сказать, кусок из верхней части, часть передвинуть, перебросить вниз, и уже этого не будет. И будет 9, как в Америке. То есть проблема такая, с точки зрения наличия средств, очень просто решается. Потому что при этом и преступность высокая, и, так сказать, все эти проблемы очень сложные возникают. И как вообще государство может там приходить и говорить, давайте подожмите там свои там расходы, когда вот такие доходы. Якунин ходил специально к Медведеву, просил его, чтобы он не информировал общественность о его зарплате. Ну, наверное, общественность, вот те, у кого кому есть нечего, те могли прийти и зарезать, наверное, прочитав, сколько он получает. Только вы не вздумайте, я вам прочитал, не надо только. Все хорошо. Это просто, вы просто неуспешные, а они успешные. Вот что я должен вам сказать. И вы неуспешны, и я неуспешный. Не успели вы пирогу. Пирог депрессия уже разделен. А? Депрессия у нас разовьется сейчас. Да, можете так сказать. Нет, я вас, вот, я вас, вы у нас уже взрослый, 6-й курс. Вы должны видеть реальность, реальность жизни и видеть хорошее в этой жизни. Да хорошие руководители, они хорошо работают. Вот. А мы так не умеем с вами работать на 100 миллионов в месяц. Вот все. Давай нам научиться еще, мы будем учиться. Вот товарищ уже учится. Так, ну вот, значит, такая интересная политическая битва развернулась вокруг Трудового кодекса, плодами которой мы можем теперь пользоваться. Скажем, вот требования такие, повышение уровня реального содержания зарплаты, это вот в ваших руках, так сказать, зависит от ваших коллективных действий. Статья 134, так и называется, обеспечение уровня, обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. То есть все работодатели это нарушают, а ваши требования обоснованы, справедливы и законны. Счастливый путь. Спасибо. Пожалуйста.